Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет тематика, минимальный набор косметики декоративной, то есть что нужно, сколько это будет примерно стоить, и как бы что с этим делать, и вообще, то есть это самый-самый необходимый минимум. Очень многие девочки, которые начинают пользоваться косметикой, они, зачастую даже не знают вообще, с чего начать, сколько платить, и на чем стоит экономить, на чем не стоит. И сегодня мы поговорим с вами об этом. Я показываю вам продукты, если они вам интересны, и интересны разъяснения по этим продуктам, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас я вам покажу очень много интересного. И в том числе бюджетные бренды, какие-то интересные такие примочки для макияжа, карандашики для бровей, подводки, туши. И скажу, по какому принципу, для чего и как их выбирать. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Ольга Швец. Вот такая база от Catrice. Она силиконовая, делает вашу кожу шелковой, бархатной, нежной и ровной. Вот, кажется, что она очень маленькая. Но поверьте, я использую ее профессионально, и я могу сказать, что ее хватает действительно на очень длительное время, потому что надо ее чуть-чуть. Сейчас, в данный момент, я жду Pure Professional и буду сравнивать, стоит ли Professional своих денег, потому что это она стоит очень недорого, и качество просто супер. Поэтому я рекомендую. Поехали дальше. Базочку мы нанесли, наносим тон. Но я бы сразу вот в такой конфигурации стала это рассматривать. Потому что балет, он крайне бюджетен, он стоит там где-то рублей 50, может быть, как-то так. И L'Oréal выпустили хайлайтер. Вот он у меня на руке, видите, да, его? Для меня он немного суховат. Ну, вы можете разбавить его каким-то гелевым кремом. И при подмешивании в тон он будет создавать объем на лице. В общем, я рекомендую, правда, потому что цена приятная, она гораздо приятнее, чем на другие хайлайтеры, и тем более корейские. Корейские просто в разы дороже, буквально там некоторые дороже в два и более раз, а работают они все примерно одинаково. Вот на такой бы бренд я хотела обратить ваше внимание. Это Мальва. Многие, кто немножечко не в теме, сейчас я покажу, как выглядит логотип. Вот здесь его видно лучше. Вот у меня прям подборочка косметики Мальва. Вот. Это крайне бюджетная косметика, которая придумана в Турции и разрабатывается в Китае. А в Россию она попадает через Украину. Вот, и ближайшая точка, куда она поступает, если я не ошибаюсь, Курск. Я посмотрела обзоры, и, естественно, я не могла пройти мимо. К тому же одна из мам моделей в моей школе сказала, чтобы там о них не перемешивалась косметика, потому что я объяснила, что гигиена – это очень важно. И девочка настояла, чтобы у нее был свой косметический набор. Вот такой лак, он пойдет и в качестве укрепителя, и в качестве топа. Они там разные есть. Вот такой вот у нас здесь прям тут написано, что liquid concealer. как у нас там говорят, liquid concealer. В общем, новиночка. Вот, поехали дальше. Вот такие румяшки. Нежно-розовые, в оттеночке 12, у меня ситуация такая, то есть у меня блондинка там, вот такая помадка Мальва в оттеночке 21, я ее не свочила, но я и прям так сейчас вижу, что она немного идет с перламутром,
Вот. И сам палец помады, когда я, ну, просила открыть в магазине, я это как бы не открывала. Там получается, что верх светлый, а постепенно, то есть ближе к основанию, она становится ярче, ярче, ярче. Ну, вот такая фишка. Вот тоже как бы название бренда вы видите. Мальва — этот цветок. И дальше вот сейчас мы с вами будем, тут вообще остановимся отдельно, потому что я и как бы девочке купила. Даша, большой тебе привет. И себе я купила, и сейчас я расскажу про брови вообще отдельно и интересно. Значит, вот такая палеточка, она в оттенке 01, это для блондинок. Из чего она состоит? 4 оттенка теней. А вот это так называемая помадка для бровей. Несколько кисточек и карандаш. А вот это большое деление, это хайлайтер. Вот это кремовая коррекция. И я сразу хочу представить вам карандаш в 5-м оттенке. Он более серый. То есть он как бы реально более серый. Потому что там есть карандаш, который выглядит темнее. И он, к сожалению, как бы когда на его наносишь, он как-то зеленит, желтит и все такое. В общем, как бы самый серый, это вот пятерочка, я его купила и себе. Я бы причислила себя к разряду не очень темных шатенок. Ну и такой же оттенок я взяла блондинки. Вот это я тестирую уже давно, уже несколько дней как бы хожу. Здесь такая, ну, чтобы не пылилась. А здесь оттеночек, это значит единичка, палеточка для блондинок и для шатенок, в том числе как бы для темных шатенок, двоечка. Вот. В принципе, тени можно использовать и как на брови, также история хайлайтер. И кремовая штука, вот обводить вокруг бровей просто вообще идеально. Супер, и вот у меня тоже есть пятерочка оттенок. Здесь прям сразу идет стройная кисточка. Очень по-умному сделано. И вот такая помадка для бровей. Формата Anastasia Beverly Hills. Она очень стойкая. Когда ее наносишь тонкой кистью, прорисовываешь волоски просто на руке, вот к тому моменту, когда вы заканчиваете прорисовывать вот эти волоски, вот единственный недостаток — это глянцевые поверхности и то, что они заляпываются. Вот это как бы вообще печаль, беда. Вот. В целом очень-очень круто, могу рекомендовать профессионалам. Я эту историю, она прям так вот называется, там Brow Artistry, прям бла-бла-бла. Вот. В общем, очень-очень-очень круто. Тени, в принципе, можно пользовать и как на глаза, так и на брови. Так вот этими вот тауповыми можно делать там себе коррекцию. В принципе, вот это все разделение, оно ни к чему. Вот. И если у вас в оттеночке вот это так называемое, как оно здесь идет, гель Ербро. И здесь он есть светлее и темнее, здесь он есть вообще светленький и есть такой коричневый. У меня кошка лазит по шкафу, я надеюсь, она мне ничего не уронит сейчас. А, вот. И вот такая интересная тушь. Сейчас я покажу вам, в чем ее фишка. И, в общем, так, если у вас в наборе есть вот эта вот так называемая вакса, помада, как угодно, то вот это вам не надо. То есть это вам надо, если у вас есть свои какие-то проверенные тени, вы хотите попробовать вот это по бюджетной цене, конечно же, пробуйте. И, соответственно, поехали дальше. Вот эта тушь Мальва, она снабжена вот таким вот поворачивающимся колесиком. И это поворачивающееся колесико, смотрите, что делает. Сейчас я тут вам покажу. Не могу найти. А, вот. А то, что вы видите, это то, вот эти вот полосочки, да, это то, какую кисточку можно сделать из той кисточки, которая здесь внизу. То есть это вообще огонь. Но он там даже у них есть, я видела, там восьмерочкой закручиваются туши.
Лакшери, лакшери. Герлен практически отдыхает в теплой ванной. Все красиво. Очень мега бюджетно. Просто мега бюджетно. Но как бы я взяла себе эту тушь и не стала брать модели, потому что модели я взяла вот такую проверенную с собой личную историю. Она стоит где-то в пределах 10-15 долларов в магазинах. И как бы это уже вообще, которую держу в руках, это три мама, да, Ева. И вот как бы карандашик, тени и вот такая вот просто нереальная тушь. Но у меня бывают просто на съемках модели, которым действительно стандартной щеткой в глазки не попасть. Это особенно детки и маленькие девочки. А вот эта тушь, это просто будет беда и выручка. Там 3D, не 3D, я еще не пробовала. Я просто вот за что купила, за то и продаю, за что люблю, про то и рассказываю. А вот такую пудру я беру уже очень-очень много раз. Возможно, за последние 2 примерно с половиной года, это 5-я или 6-я. Идет она только в путь вне зеркала, которое делает вас красивой, отфотошопленной. Вот. Стоит она достаточно бюджетно, где-то 300, как-то так, рублей или, ну, около того, потому что, ну, я много косметики покупаю, я каждый ценник помнить не могу. И вот такое я открытие сделала буквально вчера. Я решила попробовать это. И прежде чем как бы конкретно остановлюсь на этом продукте, я покажу вот такие кисти UBU. Они сейчас на сайте размещены в старом дизайне, но это уже новый золотой. Вот. Это наборчик, такой минимальный косметический набор кистей, который нужен для нанесения макияжа. А вот такой лайнер, чтобы учиться рисовать стрелки. Он тоже какой-то мега бюджетный, тоже где-то 280, как-то так. И вот этот вот он стоит примерно в пределах 100 рублей блеск. Мне кажется, у девочки любой, вообще девочки, неважно, 14 ей там или 47, такая штука может быть в косметичке. Кстати, если вам интересно, что за лак у меня на ногтях, это L'Oréal, я потом покажу. Такой вот под кисточки фикс прайсе можно купить. И вот такие масочки, допустим, там для проблемной кожи. Пафи прыгает как слон. Да, это для проблемной кожи лица. Вот она. А вот такие клеящиеся полоски на нос. Золотые патчи от комплимент. И вот такая конзима молодости. Ну, это как бы, ну, Дашиной маме попробовать. А теперь я остановлюсь конкретно вот на этой пудре. Она называется Pro Photoshop. У меня, как бы в моем случае, это единичка. Из минусов, да, она идет в коробочке, значит, из минусов у нее очень заляпывается вот эта вот поверхность. Пожалуйста, производители, если есть возможность сделать ее матовой, если вы пишете заветное слово про, у меня в оттеночке 1-2, она более такая золотистая. Но поскольку у нас тут желтокожих мало, я взяла единицу, она более серебристая. Я вам покажу. Она, смотрите, она как бы дает свечение, и как мне кажется, она, ну, что-то сродни к прессованных метеоритов Герлен. А шиммер я бы не сказала, что мелкий, вот вы его видите, в смысле, ну, какой-то средний. В общем, попробую на съемке, тогда уже смогу составить реальное мнение, может ли этот продукт носить гордое название Pro. С вами была Ольга Швец, всем всего хорошего, пока! Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь моими видео со своими друзьями, если вы вдруг видите в них что-то важное и интересное.